Всем привет! Сейчас вот такое обычное утро в Виннипеге. Я вышел просто пройтись по лесу, прогуляться, подышать. Как приятно здесь быть. Это обычный парк, они называют это парком, но это абсолютно такой вот дикий лесок. Небольшой, но вот все такое вот дикое. Речушка небольшая. Ты можешь побыть в тишине, послушать пение птиц. Можешь видеть, как бегают косули, когда очень белочки играются. Что мне нравится в Виннипеге, что у нас много таких вот парков. Есть такие вот дикие парки, как этот, есть более облагороженные. Но их много действительно в каждом районе. Ты можешь вот так пройтись по дорожке. И действительно, на этой дорожке вот ты чувствуешь дружелюбность Манитобы. Потому что все, кто будет тебе идти навстречу или ехать на велосипеде, они все будут улыбаться и говорить тебе «Доброе утро! Здравствуй!». Это действительно, вот здесь ты реально на этой дорожке ты чувствуешь вот эту дружелюбность Манитобы. Когда нету такой вот суеты. Есть дома, прямо вот видите, здесь живут. Это я уже, в принципе, выхожу, если вглубь, там просто лес. Хорошо так. Люблю это время года, лето, когда тепло. Ты можешь вот так проводить свои утро. Прогуливаясь на свежем воздухе. Вот в таком вот парке. Так что, кто здесь живет в Виннипеге, воспользуйтесь этой возможностью, наслаждайтесь этим временем, если график очень плотный. У меня сейчас, когда всегда бывает время, чтобы выехать куда-то подальше, в еще более дикую природу, то вот это, такие места можно найти у нас в городе. В описании я оставил ссылочку на этот парк. Большой парк дикой природы. Красота. Ничего здесь не платишь, никакой вход, ничего. Ты просто приходишь, гуляешь здесь. Свое небо сегодня чистое, 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 голубое. Приятно дышать, успокоиться, отойти от этой суеты, начать день свой, привести все свои мысли в порядок. Это благодать. Это благодать. Красота. Все, давайте. Я всем желаю хорошего настроения, радости вам всем. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.